Полиция региона продолжает борьбу с административными правонарушениями. За минувшую неделю в регионе сотрудниками полиции в ходе профилактических рейдов пресечено 489 правонарушений. Все они связаны с распитием алкогольной продукции в общественных местах. За потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.